Всем привет! Мы в Лайдене. Сегодня среда. Здесь был базар сегодня. Там вон суши продают. А мы идем еще в Альберт Хайн и на парковочку. Ой, а мне нужно еще в этот, в польский магазин огурцы купить. Зайдем? Да. А ты можешь здесь посидеть или постоять на скамейке? Нет. На скамеечке вот тут, Саша. Хорошо? Да. Там польский супермаркет. Вот такой колбасный отдел здесь. Очень много разных колбас. Ой, да. Есть и зель, и сосиски, и сырокопченая. Ну, в общем, разная колбаса. Но цены здесь тоже сейчас стали выше. Вот там сердельки очень вкусные, такие куриные. Я беру. Ну вот 6 штук получается на килограмм, это почти 10 евро. Недешево. Магазин небольшой, но здесь много чего можно найти. И приправы, я тут часто приправы какие-то беру. Вот семечки, ну это, кстати, турецкие семечки. Это у меня дочка очень любит. Я сама иногда щелкаю. Сиропы у них здесь такие в стекле, но дороговато. Никогда не брала, не могу сказать, хороший или нет. Вот мед у них хороший есть. Ну, вот для выпечки много чего. Всякие эти галеретки, эти желе. Ну, я сказала часто, я бываю здесь не часто, но, может быть, раз в месяц бываю. Вот приправы. Ну, обычно вот здесь беру, приезжаю вот за огурцами, вот в этот раз огурцов не было. Беру приправы, беру какую-то колбаску, кровянку люблю у них брать, но вот сегодня не было тоже кровянки. И иногда беру творог и... типа пельмени, ну, польские пироги. Такие с мясом и картошкой или с капустой. Довольно-таки вкусные. Паштеты у них вкусные. Селедка вот у них в разных таких. Там и в сметане, и в горчичном соусе. Ну, сыр никогда здесь не беру, не люблю польский сыр. Ну, живя в Голландии. Вот селедка мне нравится. А вот это холодец у них в таких порционных маленьких штучках. Очень классный холодец. И свиной, и куриный, и индюшиный мне нравится. Ну, это такое. Из этих продуктов беру только творог. Сметану иногда у них могу взять. Творог беру вот в пачках. Вот этот такой. По 2 евро. Вкусный, хороший творог. Вот пельмени. А вот такие вот с капустой, с картошкой, с мясом. Такие пироги. Вкусные, мне нравятся. Пельмени у них тоже, кстати, вкусные. Там есть и даже с олениной. Ну, не знаю, насколько это правда. Тут вот детское питание. Это чисто так, для информации. Не знаю, не разбираюсь, никогда не беру. Какие-то вот десерты тоже, это я никогда здесь не беру. А вот тут такие порционные. Вот эти вот, вот никогда не брала. Какие-то клушки. Не знаю, что это. И вот, что я здесь беру, так это вот докторскую колбасу вот в оранжевой. Нравится она моей дочке, мне нравится. Ну, это какие-то полуфабрикаты. Тоже как-то
Не брала, хотя вон есть с белыми грибами даже грибы. Ой, вареники. Пиво вот разное как-то взяла мужу, ему не понравилось. Ну, дело привычки. А вот конфеты. Вот иногда беру конфеты. Ну, буквально по несколько штук. Трюфель или вот какие-нибудь шоколадные. Вот эти вкусные, оранжевые такие. Ну, это уже у кассы. Такого шоколада нет в Нидерландах. Ну, я брать тоже не буду. Я вообще сладкое очень редко беру. Вот взяла, хочу сегодня приготовить. А вы пробовали? Вы знаете, что это такое? Ну и напоследок цены на колбаски.